Зачем идти к специалисту, если у меня ничего не болит? Такой политики придерживается подавляющая часть граждан, особенно когда это касается каких-то узких специализаций, к примеру, офтальмология. Однако такой подход может напомнить о себе спустя годы, поскольку многие заболевания развиваются бессимптомно на протяжении нескольких лет. В конечном итоге они вызывают необратимые последствия в зрительном нерве. Очень многие заболевания, особенно такое заболевание, угрожающее как глаукома, первые 5 лет протекает бессимптомно. Пациент ничего не чувствует, ему кажется, что все прекрасно. И только на приеме офтальмолога мы выявляем с помощью всей нашей аппаратуры ту или иную проблему, которая возникла у пациента. При осмотре специалист проводит все стандартные процедуры, которые необходимы пациенту. Это определение остроты центрального и периферического зрения, а также обязательное определение внутриглазного давления и проверка глазного дна. Снижение зрения, сухость, дискомфорт, усталость – это первые признаки того, что пора обратиться к офтальмологу. То, что поначалу кажется незначительным, может обернуться серьезными проблемами в будущем. С приходом в нашу жизнь компьютеров и телефонов необходимость контроля здоровья глаз повысилась. Не существует капель, которые бы нам помогли в этом данном процессе. Страдает мышца зрительная, на мышцу капель нет. Специальную гимнастику можно делать, даже не отходя от компьютера. На сегодняшний день существует множество программ, которые вы можете включить прямо на своих устройствах. При этом негативного эффекта не будет, поскольку в момент гимнастики зрительная мышца находится в работе. Однако, так или иначе, с течением времени зрение может начать ухудшаться. Возрастные изменения никто не отменял. Но безопасные и эффективные способы сохранить его на определенный срок есть. У нас есть разработан целый курс инъекций ретробульбарных, парабульбарных, под конъюнктиву, различными препаратами сосудистыми, которые улучшают кровоток, микроциркуляцию сетчатки, не дают пациенту снизить остроту зрения, сохраняем зрение. Врачи отмечают, что здоровье глаз во многом зависит от своевременного выявления ранних этапов развития того или иного заболевания. Эффективное лечение и выполнение рекомендаций поможет сохранить остроту зрения на долгие годы. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин, Универньюз.